Ну вот, случайно я попал. Теперь, по крайней мере, понятно обилие людей, поддерживающих нынешнюю пока еще власть локально. Откуда-то приперли автобусов. И количество их... Сон, мужики, да. Ничего себе. Потратились ребята. Ничего себе, потратились ребята. А я распереживался, думаю, неужели в Харькове столько сторонников? Столько сторонников этих упырей. Нет, это, наверное, со всей области стянулят. Там, может, даже и не с Харьковской. Мамочка родная. Куда же оно там идет? А там сзади я позду повещаю, я так понимаю. Вот они, стороннички, откуда взялись. Не, я, честно говоря, даже расстроился. Думаю, надо же, как много сторонников Кернеса, Добкина. Оказывается, вот оно откуда. А при чем здесь киевский? Это Харьков. Морально, я туда и не дойду, наверное. Я живу в другой стороне. Мне туда не надо. Если оборву съемку просто, что представление ему. Господи, да тут из одних автобусов демонстрацию можно было. Макеевка. Ничего в себе. Макеевка. Ну это не только Харьков, это получается из соседней области. Донецк, ЖД вокзал, Макеевка. Вот они какие у нас харьковчане сейчас на площади. Прямо камень с души, честное слово. Я так расстроился. Так расстроился, что столько харьковчан подействует и поддерживает. Ну вышли ж сами, я думаю. Этих... Что такое цензурное придумать, чтобы выразить свое отношение, не получится. Ой-ой-ой-ой. Я не знаю, мне уже идти надоело, не знаю, кому-то смотреть надоело. Я думаю, что в принципе понятно обилие людей. Нашло свое объяснение. ЖД вокзал Маяк, проспект Ильича. Нет, это тоже что-то не харь. А, ну вот опять Донецк. Это же еще съезд у нас сейчас здесь проходит. Со с южных регионов Украины, с восточных регионов Украины.
Ну, в общем, я не думаю, что это депутаты съезда на этих автобусах приехали. Так что это как раз массовка. Нерегулярные перевозки, это, конечно, радует. Я надеюсь, они будут в таком смысле крайне редкими перевозками. Надеюсь, это будет последний. О, вон на автобусе написано «Man top used», что, в общем-то, можно даже перевести довольно вольно. Человек использованный. По высшему классу, поскольку топ это высший, а юст это использованный. Соляви. Харьков, героев прасе русской тишки, это наше. Рядышком с моей работой. Рядышком даже с моим домом. Объяснение многочисленности харьковского проправительственного митинга. Черная кошка пошла. Кошка пошла к больному месту, правильное место нашла. Так, сегодня у нас 22 февраля, 14 год, Харьков. Привет, кошка. Я тоже у тебя больное место, да? Нет.